Джай Говинда, Харе Кришна, everybody, как говорится, дорогие друзья. Я не знаю, нужны ли сегодня комментарии к нашей Маха Харинаме. По мне так здесь все понятно без комментариев, это просто огонь любви. Москва сегодня расплавится от воспевания святых имен.
Но я все-таки попробую вести эфир. Меня зовут Сергей, я, как всегда, ведущий трансляции Гаура Шахти. Буду сегодня с вами. Давайте пообщаемся сегодня о Кришне, о воспевании святых имен. Подключайте своих друзей, родственников, родных к трансляции, отправляйте ссылочку. Ставьте лайки под нашим видео, чтобы трансляция поднималась в топе. Вот, и давайте слушать Хари Кришна мантру. Сегодня киртан начал Бхактинанда Кришна Госвами Махарадж. Это великая милость, давайте же ее впитаем. Арибол, поехали! Рады-рады! Мы приветствуем всех из других ятр, из других городов. Спасибо, Питер, что вы с нами. Подключайте друзей, давайте, пусть вся ваша ятра подключится на трансляцию. У нас сегодня просто невероятная медиаподдержка. У нас сегодня, как минимум, тут, не знаю, 3-4 трансляции идет. Как видите, у нас здесь камер больше, чем, наверное, людей. Трансляция в трансляции. Трансляций у нас сегодня много, но с комментариями, наверное, только наша Гаурашахтинская, как обычно, поэтому подключайтесь. Поехали посмотрим, что там делается в колонии киртана. Они в экстазе, смотрите, такое огромное действие они еще не видели. Конечно, Кузнецкий мост уже привык к харинамам по субботам, но чтобы вышло такое количество вайшнавов, это редкое событие. Сегодня нам придется побегать с камерой, чтобы охватить всю Каринаму. Она просто гигантская поистине. Это настоящая. Поприветствовать Москву. Что это за праздник? Вы пишите в чат. Задала Каринамы, поснимаем начало. Oh,
Ну и давайте наш трюк занырнем в Харинаму. Вождь гаурашахтинской группировки Джанарда Надаса засветился у нас сегодня. У нас здесь сегодня Харинамы, гаурашахти, арбатская группа Харинамы, Харинама 3/7. Харинама, Шри Кришна Санкиртана, Харинама Према Санкиртана. Сегодня все группы Харинам пришли сюда, чтобы воспеть святые имена Господа. Спасибо, Татьяна, что скинули Харе Кришна мантру в чат. Классно. Те, кто не знает, что мы поем, вот эту мантру Харе Кришна, Харе Рама, сейчас воспевают преданные. Могущественная мантра, соединяющая душу и Бога. Каждый, услышавший эту мантру, обретет великое благочестие, всеблагую удачу и вернется домой. Москва просто не вмещает такой милости, нам пришлось разделиться на две части, смотрите.
Рады-рады приветствуем всех на трансляции. Спасибо, что подключаетесь. У нас здесь Маха-Маха праздник. Сегодня день города Москвы. В честь этого события мы решили поздравить Москву и пролить на нее огромный океан милости святых имен. И помимо этого у нас сегодня еще один великий вайшнавский праздник. Лалита Шашти, день явления Лалиты Сакхи. О нем мы поговорим чуть позже. Это очень трансцендентный и возвышенный праздник. Похоже, ребята, я здесь сегодня даже не нужен. Здесь просто нечего комментировать. Здесь все понятно. Здесь куда ни глянь, просто огонь, посмотрите. Да, люди танцуют уже. Никто сегодня не останется без милости. Дорогие друзья, поделитесь эмоциями, как вам начало праздника. Ставьте лайки, отправляйте в чат сердечки, как всегда ждем, любим вас. А маршрут сегодня спрашивают, какой сегодня маршрут у нас сложный и до конца непонятный, поэтому ориентируйтесь по трансляции. Также кто с нашей Харинамы, в Телеграме есть геометка, можете также по ней следить. Вот кто руководит парадом. Сегодня парадом руководит великий Бхакти Ананта Кришна Госвами Махараджа. Бывший военный, в нем чувствуется эта твердость, эта несгибаемость. Распространение святого имени, духовного знания, книг Шрилы Прабхупады. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.
улыбками, как видите. Москвичи 100% не ожидали сегодня такого подарка от вайшнавов. Привет вам от Матаджи Дарьи, нашей чудесной, сияющей, танцующей гопи, грубо говоря, шакти. Что ж, сегодня хороший пример того, как можно сотрудничать в служении Шрилы Прабхупаде. 4 харинамных группы, 5 харинамных групп, вернее, простите. Вот так вот организованно сегодня выстроились. И слаженно воспевая святое имя, делятся с москвичами этой милостью Господа Чайтанья. Для тех, кто хотел присоединиться, успеть, мы сейчас повернули с Камергерского переулка на улицу Тверскую налево, в сторону Красной. Нас часто спрашивают, куда мы идем. И мы всегда отвечали, нет, не сегодня. Идти в центр столицы. Башни Кремля. И мы направляемся прямо в ту сторону. Дорогие вайшнавы, дорогие друзья, кто подключается, делитесь, пожалуйста, трансляцией репоста. Хотя бы на пару часиков, вот пока идет трансляция, скиньте ее в чат и на стену, чтобы как можно больше людей могло подключиться. Не жадничайте этой милости. Вайшнава Каруна, да. Это он самый. Он вышел из берегов сегодня. Все ваши любимые герои, которых вы видели на всех трансляциях.
Дорогие друзья, мало-мало лайков летит в чат. Давайте поактивнее поприветствуем преданных. Такая красота, такая милость бывает нечасто. Поддержите нас нашими лайками, репостами. Мы поворачиваем назад по Тверской. Очень организованно. Тату накрыла. Сейчас спустится в пляс. У Татьяны сегодня ответственное служение следить за красотой и ровностью строя. Это такие сегодня служители невидимого фронта. Thank you.
Сегодня все лидеры московских харинам здесь. Ананта Киркмананджи, Джанардана, Прабу. Кришнадас Кавирадж, Прабу здесь. Как хорошо, что мы живем в эпоху интернета, и мы можем транслировать эту харинаму на весь мир практически. И люди нам помогают, они снимают, и потом несут ее домой, делятся с друзьями. Давайте тоже делиться трансляцией. Наш праздник только начался. Это только начало, это только разогрев был. Аттракцион невиданной щедрости. Вайшнавы проливают милость на весь город. Безлимитно сегодня. Вход свободный. Смельчак пошел. Вот еще один желающий. Давайте ружьем. Григори Боло! Thank you.
могу скрыть экстаза, дорогие друзья, просто восторг. Столько красок, столько залетает в мое сердце сейчас. Скоро помогайте мне слушать святые имена, дорогие друзья. Я боюсь, мы это не снимали. В экстазе, можно, знаете? Можно, это хорошо. Пока Москва празднует День города, мы сегодня празднуем день Лалиты Сакхи, ближайшей подруги Шримати Радхарани, преддверие явления самой Шримати Радхики. Лалита явилась, чтобы украсить сладостью и перчиком сладостные игры Радхи и Кришны. Сегодня Лалита Шакти, Шашти, день явления самой близкой горы. Славится своим дерзким, непокорным. Тоже дерзкая, с ручейками. Такая вот прямо с вызовом. Джай Радхе, Джай Лалита Сакхи,
Джай Шрила Прабхупад! Итак, наша процессия на минутку остановилась. Сейчас перестроимся, чтобы понять дальнейший маршрут. Немножко хочу сказать про Лалиту Сакхи. Лалита, Гопи Лалита, она является воплощением самых необычных качеств. Обычно мы привыкли, да, что преданные Господа, они богобоязненны, они смиренны, покорны. Но Лалита, она является полностью противоположностью этим качествам. Это единственная гопи, которая все время ставит Кришну на место. Она никогда не дает ему спуску. Она защищает Шримати Радхарани от Кришны. И она помогает сделать игры Радхи и Кришны не просто сладкими, а такими прям взрывными. Она иногда специально обижает Мадхаву ради Радхики, чтобы Мадхава почувствовал себя виноватым и пришел просить прощения у Шримати Радхарани. Эта великая Сакхи Лалита, она управляет теми гопи, которые танцуют только с Баларамой во время танца раса. Это самая возвышенная личность Вриндавана после Шримати Радхики. И, внимание, это одна из тех личностей, из пяти личностей, которые дают допуск во Вриндаван в игры Радхи и Кришны. Лалита Сакхи Ки Джай. Да, и Лалита Пурнамаси и Туласи Деви, Вринда Деви, эти личности, они могут дать нам благословение, чтобы мы когда-нибудь стали участниками Лил Господа, Божественной Читы. Представляете, сегодня какой день, какая милость. Вот, поэтому давайте просить Лалиту Джи об этой милости. И вот у нас Джанардана Прабху, наш любимый киртанье, одевает микрофон. И сейчас потечет такая бава, друзья, от которой вы просто отправитесь прямо сейчас на Голока Вриндавану. И может быть, нас сегодня не пустят, конечно, в сами Лилы, но мы сможем их увидеть. Хари Бол! Мы, может, сможем их увидеть, хотя бы подглядеть. И вот она, наша мелодия уже начинается. Вот такой великий сегодня праздник, поэтому москвичи сегодня получают не просто милость Радхи и Кришна, и милость их самой преданной служанки. Привет вам от наших дорогих вайшнави. Они вас тоже благословляют участвовать в Харинама Санкиртане. Воспевайте святые имена, проводите харинамы в своих городах. Смотрите, сколько благословений вы сегодня насобирали. Благословение от Матаджи Алины, она только что сегодня с рейса, представляете, в 6 утра прилетела, не успев ни поспать, ни толком, она уже здесь на харинаме. Вот это настоящие преданные харинамы. Итак, наши матушки выстраиваются на боевые позиции. Армия Господа Чайтани готова выступить в поход против Майи. Это Тверская, друзья, посмотрите, здесь столпился народ. Обычно люди бегут по Тверской, туда-сюда шныряют, куда-то спешат. А сегодня остановились как вкопанные, снимают харинаму. Эдуард спрашивает, где мы сейчас? Мы сейчас идем по улице Тверской, Тверская 8. Но смотрите, мы сейчас поворачиваем. Мы пойдем обратно по Тверской в сторону Камергерского переулка. Ловите нас на пересечении Камергерского и Тверской. Thank you.
Сиддхан Саранадаса. Попробуем увидеть всю Харинаму от начала до конца, вряд ли это получится. Она настолько гигантская просто. Сегодня наша Харинама украшена флажками, как видите. Обычно в Москве не разрешается во время демонстрации подобных больших мероприятий носить флажки из-за политических соображений, но сегодня нам разрешили такую возможность. В Питере, мы знаем, там вот всегда Харинама с флажками ходит. Это очень красиво. И у нас тоже в Москве вот такая вот есть красота летняя. Лето уходит. Лето уходит, зима уходит, весна уходит, а Харинама Санкиртана всегда цветет и радует людей. Как описать Харинаму одним словом? Это счастье, бесконечное, безграничное, ничем не обусловленное счастье. Такова милость Господа. Когда мы вспоминаем о Боге, наше сердце мгновенно наполняется счастьем, которое невозможно ничем измерить, ничем остановить, ничем уничтожить. Вечное и неуничтожимое счастье. Карло Вилли, привет тебе, дорогой друг! Привет тебе на трансляции нашей, ты, как всегда, в нашем сердце. Один из самых стабильных участников нашей онлайн-харинамы. Наш друг Вилли, как всегда, хочет выразить любовь и признание Харинаме. Он с нами с самой зимы, представляет, уже больше полугода подключается, слушает святые имена и скоро станет человеком. I'm more.
возможно ли это, и как духовный мир. И этот путь, он может быть достаточно слуша, все равно приходит к верховной личности Бога. Наша гигантская Маха-Хавинама поворачивает с улицы Тверской на Камергерский переулок сейчас. Будьте внимательны, кто хотел подъехать. Кто это здесь танцует? Житель духовного мира Говинда Чаран Дас. Оба, давайте вместе с Говинда Чараном плясать. Сегодня какая-то, смотрите, красота здесь выстраивается, хоровод огромный.
Алмаз, друзья. Вриндаванская школа танцев, Майпурская школа танцев Коти Вриндавана. Присоединяйтесь, дорогие друзья, к любой из них, танцуйте. Сегодня самый лучший день, чтобы танцевать с преданными Господом. Все, как вы пожелаете, дорогие вайшнавы. Давайте помедленнее будем. Посмотрите на нашего Анантакопа, вы знаете, что у него сломано колено. Посмотрите, как он кружится, его ничто не остановит, этого великого преданного. Пожелаем Анантакопе восстановить свое колено, чтобы он крутился и прыгал еще выше. Кришна,
кажется, у Прабу прям как-то повеселее. Тут прям шахте такое мощное. Вы посмотрите, сколько народа собралось на Камергерском переулке. Яги, цветы, люди, браманы, дождик пошел, а в конце будет махапрасадом. Сегодня яги 100% удалась на славу. И каждый, кто был с нами на трансляции, также каждый, кто потом будет смотреть эту трансляцию в записи, обретет величайшую удачу в жизни. Поэтому, дорогие друзья, отправляйте эту трансляцию, это видео своим любимым, всем, кто дорог вам.
Сколько человек спрашивают в чате, я не знаю, здесь нет людей, здесь только сверхлюди. Здесь где-то 150 сверхлюдей. Это поистине гигантская, размашистая харинама. Благословите нас, дорогие друзья. Благословите, дорогие друзья, чтобы такие маха-харинамы проходили как можно чаще в Москве и в других городах. Вайшнавы готовы, вайшнавы хотят выходить, воспевать. Нужны только благословения. Вот она обычная хмурая Москва, и вот она Москва с харинамой. Святой Олег стоит, записывает историю человечества. Хоуранга! С праздником, дорогие друзья! Маха Харинама! С днем города вас! Поздравляю также! Джай Радхе! Thank you.
Пошел Вриндаван стайл. Учитесь, дорогие друзья, та-та танцуй. Поспеваем, дорогие друзья. Просто качает. Это Джанерда на пробой, это Гаура Шахти, это Маха Харинама. Это милость Лолиты Сахи сегодня просто льется. Просто подставляйте свои сердца, не спрашивайте, почему и что здесь происходит. Просто слушайте, впитывайте, танцуйте, как эти люди. Вот они просто улыбаются, они просто снимают. Наш любимый нырок в Харинаму. Готовьтесь, друзья!
открывается пропуск в духовный мир. Врата духовного мира распахнулись. И каждый сегодня может туда зайти в игры Радхи и Кришны. По милости Лалиты Сакхи, сегодня ее день явления. Вот почему сегодня такой экстаз. Вот почему сегодня просто качает сердце. Вам нравится праздник? Очень. Хотите занырнуть прям Харинаму на память? Пойдемте. Пойдемте, да. Вот так вот. И тут папа знал настоящее счастье. Здесь у нас, похоже, встречает какая-то группа нео-санкиртаны. О, смотрите, сразу присоединились, это отлично, вот так и надо. Портал открыт сегодня для всех, дорогие друзья. Портал активирован. Это вам не какая-то космическая фантастика из Голливуда, это реальный мир. Jaya 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 J
А вот и наша Нео Санкиртана группа. И они все-таки присоединились. Давайте благословим их, чтобы навсегда остались коренами. Ставим лайки, кто хочет так же, вот так вот прямо. Невозможно остановиться. Кто хочет, чтобы Харинама закончилась, не ставьте лайки. Кто хочет, чтобы она продолжалась, сердечки в чат. Хотите еще раз присоединиться? В следующую субботу мы будем снова здесь. Спасибо вам. Хари Кришна. Четки надо поводить. Точно. Вот такая вот сегодня харинама. И это еще не конец, похоже. У нас сейчас будет вести киртан Матаджи Канти Рукмини. Канта Рукмини Матаджи Ки. Джай! Сейчас Адивешакти, ее супруг, поможет ей настроить микрофончики. Сейчас все подключим. И такие великолепные киртаны Канта Рукмини поет. Вы сейчас услышите, кто давно не слышал. Канта Рукмини, она поет на арбатской харинаме. Иногда она приходит на Кузнецкий мост Гаурашакти попеть. Вот сегодня наша милость такая пролилась, да, на нас, на всю Москву. Смотрите тут. Женщина и мужчина разделились. Как молоко и сливки. Женщины проходят общее. Сейчас мы хотим сделать общее фото. Гигантское общее фото. Сейчас я всех покажу и сам тоже туда запечатлюсь, в общем. Что-то здесь много, а там нет. Сколько пьет. И вот он, самый главный предваритель московских харинам, Кришнадас Кавирадж Прабу. Вот он, генерал армии Санкиртаны. Это, наверное, будет самое гигантское фото за всю историю харинам московских.
Смотрите, сколько фотографов сегодня. Десятка два фотоаппаратов. Просто мы попали сегодня. Стоим, не движемся. Теперь Кристиан Даскаверос пробовал с нами. Фонтана не будет видно. Так, все, хватит нам здесь стоять. Давайте поснимаем со стороны. У нас тут, смотрите, интернациональная Санкиртана тоже. Вот это краски, посмотрите, посмотрите на эти прекрасных вайшнавов, сколько их здесь. Попробуйте сосчитать. А это все фотографы. Ну что ж, мы сейчас, похоже, выдвигаемся дальше. История на этом не заканчивается. Санкиртана продолжается. Харинама Йога Дхарма с нами, Харинама Гаура Крипа с нами. Сегодня, да, все группы Харинам здесь. Абсолютно. Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Алина подпевает Харинаме. Ла-ла-ла-ла. Hare
Иногда представители других конфессий, крестный ход, знаете, наш крестный ход продолжается, наш прямоход. Вот и Матаджи Примавати во главе всех. Насытились ли вы нектаром Санкиртана, дорогие друзья, или хотите еще, пишите в чат. Ставьте сердечки, кому мало. Hare Krishna,
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Словно мы будем сегодня гулять бесконечно просто. Зачем такому нектару заканчиваться? Нет никаких причин, казалось бы. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
вот это удивление от Харинамы. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Маленькая вайшнавская панда. Организованная вайшнавская группировка из 3 членов, будущих лидеров Харинам Санкиртаны. И идут по стопам родителей, между прочим. Как мы уже говорили, в Москве огромное количество различных храмов, часовен построено. И мы тут со своим еще передвижным храмом дополняем эту реальность, где говорят о Боге. У нас самый красивый храм, безусловно. Утверждаю, утверждал и буду утверждать. Yeah.
Посмотрите, кто у нас сегодня книги распространяет. Это же Маджи Вишну Прия. Каждый может это делать, кто захочет. Просто берите книги Шрилы Прабхупады, приходите на Харинаму и распространяйте. Харинама просто захватывает дух просто своей красотой и масштабностью, и даже никаких комментариев не нужно реально. Я даже не знаю, что здесь комментировать. Куда ни посмотри, везде величие Галока Вриндаваны.
вами, дорогие друзья, развернулись и идем в сторону Кузнецкого моста обратно. В сторону, откуда начинали. А, в чате пишут, расскажите что-нибудь про Лолиту Сакхи. О, Лолита Сакхи, это личность настолько возвышена, я не знаю, едва ли есть какая-то квалификация что-то рассказать. Но я могу лишь сказать, что эта гопи является самой главной гопи Вриндавана после Шримати Радхики. Она старшая подруга Шримати Радхарани. И она находится в таком положении. Она советует Шримати Радхики, она ее защищает от посягательств, от любовных посягательств Кришны. И это единственная гопи, которая может себе позволить поставить Кришну на место в любое время, когда Кришна начинает безобразничать. Лолита никогда не полезет со словом «харман». Она всегда найдет, как уязвить Кришну. Когда Кришна начинает с ними спорить, ее губы кривятся в гневе. И она говорит с Кришной с надменным тоном. Только она способна на такое. Но в то же время именно она, это Лолита. Именно она создает самые благоприятные условия для игр Радхи и Кришны. И она же разнимает влюбленных, когда они слишком увлекаются экстазом. Это такая копия огонек Вриндавана, перчик. Одно из имен Лолиты Сакхи – Анурадха. Она родилась под звездой Анурадхой. И это буквально означает та, что идет по стопам Радхи. Она следует за Шримати Радхарани, как будто тень. Никогда не покидает ее. Можно ли себе представить, что это за высочайшее положение быть самой главной подругой Шримати Радхарани и Господа Кришны? Я не знаю на самом деле, как это вообще понять, такое положение. Можно лишь молиться Лолите Сакхи сегодня, чтобы она пролила на нас милость и чтобы мы смогли проникнуть в эти сокровенные лилы Вриндавана. Она одна из тех личностей, которая может дать такое благословение. Анурадха Деви или Лолита Сакхи. Хотите поспорить с Кришной? Хотите поставить этого трансцендентного хулигана на место? Просите милости у Лолиты Сакхи. Возможно, она возьмет вас в свою команду. Самых дерзких гопи.
Пролился дождь милости полубогом. Это значит, что Яге удалось. Сегодня Лалита Сакхи подготовит приход Шримати Радхики, и буквально через два дня мы будем праздновать Радхаштами, день явления Шримати Радхарани. Один из великих любимых вайшнавских праздников. Брат мой духовный, ай да молодец. Неиссякаемый поток энергии. К нам присоединяются прохожие, воспевают с радостью Харе Кришна мантру. Я слышу, у меня кто-то за спиной поет «Харе Кришна, Харе Рама, Харе Кришна, Харе Рама». Удивительно. Вот так-то. Давайте, дорогие друзья, подписаться на группу Гаура Шакти, с которой сейчас ведется трансляция, если вы еще не подписаны. Каждую субботу мы выходим на Кузнецкий мост, группа Гаура Шакти. В среду мы выходим на Проспект Мира или на Курскую. Ну и, конечно, все остальные группы Харинам. Вы можете также зайти к нам и узнать расписание других групп. Харинама 3 на 7, они тоже ведут трансляции. Они выходят 3 раза в неделю. Мы их тоже скоро догоним по количеству харинам.
вот мы вновь на нашем любимом Кузнецком мосту. Это буквально дом Харинамы уже. А Харинама стала неотъемлемой частью столицы. И мы хотим, чтобы она стала также неотъемлемой частью всех городов России и всего мира. И также неотъемлемой частью Ютуба и других социальных сетей должны стать трансляции Харинам, видео с Харинам. И если вы можете, вы можете нам помочь в этом. Репостите наши трансляции, лайкайте, отправляйте друзьям. Татьяна здесь поделилась по секрету, что это сегодня
самая организованная харинама за последние годы, которые проводились только. Несмотря на ее масштабность, она получилась супер красивой, супер слаженной. Все благодаря отношениям, когда мы развиваем отношения друг с другом. Учимся взаимодействовать. Это называется сотрудничество, то, о чем просил наш Шрила Прабхупада. Самые лучшие из людей, самые крутые. Скоро многие из них, буквально через 3 дня, 15 числа, поедут в харинама-тур в Грецию и просто воспламенят Европу. В Европе так не умеют. Такой пожар Санкиртаны могут зажечь пока только русские вайшнавы. Yeah.
Мы в окружении. Нас не собираются выпускать отсюда. Спасибо всем большое за участие в этом празднике. Еще раз поздравляем всех москвичей, гостей столицы. Всех поздравляем с прекрасным праздником города Москвы, столицы мира, можно сказать, будущей. Вот. Благодаря тому, что в этом городе, вот, единственный город, где такие огромные праздники вайшнавы устраивают, это воспевание святого имени, город становится святым. Спасибо всем большое за участие. Неважно, какой мы религии, какой мы конфессии, Бог у нас один, каждый воспевает те святые имена, которые знает. И если каждый будет делать так, то действительно Москва станет святым городом. Это реально. И люди, которые в нем будут жить, будут святыми. Вообще, это долг человеческой жизни быть святым. Остановить греховную деятельность, в конце концов, ну, как-то наладить отношения с Богом, все будет хорошо. Но благодаря таким праздникам это произойдет. Каждый будет в своей традиции, каждый будет верен своей традиции. Но если кому-то интересна наша традиция, мы можем рассказать, пояснить что-то. Итак, еще раз спасибо всем большое за это участие, за участие в этом празднике. Сегодня я спрашиваю у полиции, а можно ли как бы здесь потанцевать? Они говорят, без проблем. Я говорю, ну если надо будет пойти, подойдете, хорошо, скажу. И они подходили, говорили, и все так очень четко, раз, и они так удивлялись. Ничего себе, так все организовано. Спасибо вам за такую организацию, очень важно. Сейчас Матаджи Анна хочет вам немножко что-то сказать, да? Харе Кришна, дорогие преданные. Спасибо вам большое за то, что вы пришли на это прекрасное мероприятие. Да, спасибо. Чувствую, скоро стану киртани. Спасибо. Мы хотели сказать, самое главное, что
мы пришли, да, мы назвали это мероприятие «Маха-Харинама». Но оно не от того, что нас так много, а потому что мы все вместе. Сегодня мы 5 харинамных групп. И, как говорил Шрила Прабхупада, одно из последних его наставлений гласит: «Вы проявите свою любовь ко мне тем, как вы будете сотрудничать, распространяя эту миссию после моего ухода». Его святейшая сторона с вами Махарадж поясняет: «Сотрудничество не означает, что мы просто должны быть теми, кем мы хотим быть. Это означает, что мы стараемся объединиться друг с другом и найти единство в различиях ради высшей цели – воспевания святого имени, распространения миссии Господа Чайтани и служения Гуру Махараджу. Хари Бол! Мы все такие разные, но мы вместе. И это и есть настоящая любовь, потому что любовь – это действие. Спасибо вам большое! И, конечно же, те люди, без которых бы не было этих 5 харинамных групп, это наши дорогие лидеры. Давайте их поздравим. У меня вот есть конвертик. В этот раз у нас будет русская рулетка. Матаджи Примамати, Харинама Югадхарма, Хари Бол! Спасибо вам большое за ваше служение, Харинама Санкиртани. Кришна Даска Раш Прабу, Харинама Арбат Паркультуры, Харима! Спасибо вам большое за ваше нектарное служение. Мы вам обязаны тем, что мы можем выходить сейчас так вот спокойно. Кришна Даска Раш Прабу Ки! Да! И, наконец-то, Даяна Ресимха Прабу, Харинама Према Санкиртана, Передайте, пожалуйста, скажите спасибо ему большое за служение Харинама Санкиртана. Давайте прославим этого потрясающего тоже лидера Харинама. Даяна Ресимха Прабу Ки! Да! И, наконец, человек, который был с нами, но уехал по делам. Джанардана Прабу! Харинама Гаура Шакти! Олег Прабу, можно его позвать? Олег Прабу, он... исполняющий обязанности, ну даже Олег Прабу пропал. Хорошо. Александр Прабу. Передайте, пожалуйста, спасибо большое за служение Харинама Санкиртана. Давайте тоже прославим этого потрясающего лидера. Наши лидеры очень заняты, они то тут, то там служат Харинаме. И, конечно же, поэтому не всегда могут находиться. Из которых не проходит ни одна Харинама. Там, где мы их ждем. Кто, кто? Скажите, как их зовут? Преданные! Это наши дорогие участники, поэтому для вас у нас тоже есть подарки. Но есть одно условие. В связи с тем, что наша программа не заканчивается, это фестиваль Харинам. Сейчас, у кого есть возможность, а мы очень надеемся, что у вас есть эта возможность, да? Мы приглашаем вас всех кушать просад на Нагорную. Там у нас будет раздача подарков, просад и киртан. И также Гаура Арати. Поэтому, пожалуйста, дорогие преданные, не расходитесь, расходитесь на Нагорную. Но! Да, там подарок будет, приезжайте. Но мы все прекрасно понимаем, Москва в бешеные ритмы. Если у кого-то не получается приехать на Нагорную, то вы можете подойти к машине Кришнадаска Раджа Прабу и забрать свой подарочек. Надо забрать ребенка. Заберите ребенка, кто хочет. Спасибо большое. И у нас сегодня очень интересное событие. Где это событие? Событие, событие. Матаджи Елена. Тихо. Фальстарт.
Мы все большая семья Шрилы Прабхупады, и это прекрасно, когда в нашей семье создаются семьи. И сегодня, в этот прекрасный день, у нас будет помолвка. Матаджи Елена и Игорь Прабу, подойдите, пожалуйста, сюда. Арифа! Такие сюрпризы сегодня.